Всем привет, дорогие друзья! Пока русская комьюнити тестит Альфа V13 в скваде, российскомовная комьюнити по скриптума участвует в ивентах на заграничных серверах, а именно с немцами, французами и англичанами. В одном из таких ивентов мне недавно посчастливилось брать участие на стороне американцев. Было бы больше слотов за немцев, поучаствовал бы за немцев, а так пришлось участвовать за американцев. Значит, мой взвод в составе всего 3 человек был такой себе разведкой. Наша задача была пройти по следованию танка по северной границе зоны боевых действий и, собственно, уберечь наш танк от попаданий пушки. Собственно, задача была найти расположение ПАК-38, насколько я понял, передать информацию танку, а танк уже должен разобраться с пушкой, так как у немцев больше противотанковых орудий никаких не было, кроме как 2, по-моему, пушки было на всю сторону. Основная задача была зайти в триггер, который вы можете видеть на экране, и, собственно, зачистить этот триггер от немецких захватчиков, можно так сказать. Непонятно было сделано по поводу танков. Танк нас, кстати, не подождал, уехал вперед. Ну, видимо, он был такой бесстрашный и решил сам уничтожить пушку. Ну, в принципе, пушка была уничтожена. По пути следования мы там не раз выходили за предел игровой зоны. Но нам командир стороны именно сказал по этому маршруту. Поэтому мы двигались и соблюдали правила. А то, что мы там вышли за зону, это уже как бы излишки игры. Мы это делали не специально. Миссия получилась не слишком зрелищная, но, в принципе, долю экспириенса, долю опыта я получил. За что большое спасибо клану Grosse Deutschland, русскоговорящая комьюнити. Ссылку на него я оставлю в описании. Приятного просмотра и до скорой встречи. Пока. Они там юг, а мне север. Ну, юг. Но видишь, вот, уже один поворачивался, да. А, значит, это нам один там дали. Ой, все, эти итальяшки. Ё-моё, ебать, он прёт. Гля как. Гля как прыгнул. Всё бесстрашный. А, как бы он должен нас пропустить вперёд, но ладно. Кто ж его знает, что ему сказали, правильно? 5-й сквадрон. Батя, он ушел, слышишь? Олег, кто так спит раньше? Я ему сказал, он едет все равно вперед на полных. Ой, блин. Италяшки, что хотите. Пробейне. Мы краски в зоне играем сейчас. А что он пишет? Я не вправляю, да, наш танк уехал. Мы, кстати, в игровой зоне, по карте. Эммайо. Только отвечай, нас спалят уже. Спалят. Так, вообще нам нечего ловить, я так понимаю. Сейчас надо дальше пройти. Надо едет его искать. Зад не сдаёт. Но у нас уже спил, как он такой. Что там, пушка? Опа! Ложись, блядь, ложись! Ложись, зенитка. Это, я не знаю, либо это пушка фугаса повернула, или зенитка. Ты пушку отметил или чешу? Нет, фортерс я отметил. А. По тебе стреляли аккуратно, ебать, тебе прямо возле головы пролетело. Разойтись. На метке 23, да, позначено. Вперед пройду чуть. Так, значит, походу они решили не выходить, да, за пределы триггера, ебать, этого зеленого квадрата. Или им вообще нельзя выходить? О, пошла жатва.
Давайте пока ползти. Ух ты ж, блядь, по танку, или это танк стрельнул, хуй пойми, блядь. Это танк. Опа, по нам. Так, мне нравится плохая новость. Какая? Впереди, где мост, там стоит укрепление противника. Так что смотрите пока туда. Немножко вперед подойди. Кто-то там перелез на левую сторону. Я перелез. Дирка, давай вперед там. Ползу. Заебись, и как тут фангануть, когда, блядь, по факту мы идем им просто в лицо. Я понял. Нельзя там. Слева немцы, куда? Ты сейчас слева убьют, ебать. Да на открытом местном. Какой ивент. Блядь, слева немцы, вот прям вот, Олег, посмотри назад. И шо, и это, блядь, грит... угу. Там, где горит пушка, там челики. Пиздец. Вот интересно, там была на самом деле No Game Zone или мы были в ней? На самом деле мы были. Блять. По Олегу попали, но в ногу. По мне бьют, ё-моё. Всё, минус. Пизда. Хороший ивент. Шо, куда мы идти будем? Никуда. Ивантов, давай тогда ко мне это ползай. Ивент только один, да? Может, несколько раундов будет. Давай здесь опасное здание справа. Полный рост, стой. Дай в присядку. Блядь. Там сбоку. Они с второго этажа. Они из бункера стреляют. Убил? Да, первый знает. Вот я вроде да убил. И бункера все нет. Не, все чисто. Давай мне позицию. Опа, тут уже немцы валяются, блядь.
gun there, it's destroyed. Okay, I called the tank on the 7th tank system. He's coming. Monday? Немец на втором этаже, блядь. Попал, убил. German soldiers, second floor, guys. Они тут. Не тут, блядь, через дорогу. Ладно, похуй, забей. Вот там вот, понял, смотри. На вест. В том доме, понял? Just stay here. Try to keep it from the other house, Eric. Keep an eye on this road. А, все, убил его, все, заебись. Brain other sides and cheers. Давай дальше пройдем в город. Может еще кого-нибудь найдем. Смерть. Да. Здесь еще одни. Аккуратно, это у него МП-40. Это в городе Плимбасу. Блять, что я минус. We'll be right back.